Полная стоимость одного комплекта около 2500 рублей, но есть категория семей, которые могут приобрести школьную форму по сниженной цене. По распоряжению губернатора Оренбургской области дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума на одного человека получают форму с удешевлением. В этом году стоимость удешевления составила 605 рублей на ребенка. Весь модельный ряд можно разделить на три категории – повседневные, праздничные и спортивные костюмы. Управление образования Бузулука в очередной раз подчеркнуло, что ни одно учебное заведение не имеет права обязать родителей к покупке, а ребенка к ношению строго определенной модели школьной формы. В то же время, приобретая одежду, обувь и аксессуары своему сыну или дочери, не стоит забывать об элементарных правилах дресс-кода.